Сегодня мы хотим представить вам две машины, созданные нами по контракту с компанией «Роснефть». Это машины на двух одинаковых базовых шасси, но оснащенные разными модулями. Одна из машин оснащена бытовым модулем, вторая – промышленным, внутри которого установлена легкая буровая для проведения геолого-разведочных работ. Особое внимание хочется обратить на машину с промышленным модулем. Это первая машина, которая уходит в реальную эксплуатацию именно с этим модулем. И впервые наша машина идет в работу с буровым оборудованием, которое установлено здесь на заказ. Изюминкой этой машины является то, что машина повышенной проходимости сможет доставлять геолого-разведочное оборудование в те места, в которые раньше можно было добраться только либо на гусеничном ходу и в ограниченное в год время, либо с помощью авиации. Эта машина круглогодично доставляет подобные грузы в любую труднодоступную точку, при этом не нанося никакого вреда окружающей среде. Машина движется на колесах низкого давления и не оказывает никаких повреждений грунтам, по которым движется. Особенностью промышленного исполнения машины является то, что грузовой модуль позволяет перевозить и комфортно эксплуатировать навесное оборудование специализированное, а передняя часть машины располагает бытовой частью, в которой можно комфортно провести время, согреться, покушать, приготовить еду. Одним из принципиальных отличий нашей машины от прочих внедорожных средств передвижения, колесных или гусеничных, является то, что в нашей машине можно стоять и лежать в полный рост, что обеспечивает повышенный комфорт людям, которые работают и живут в этих машинах. Сзади меня находится вездеход со стандартной комплектацией под названием «Экспедиционная». Внутри установлен жилой модуль, который обеспечивает комфортное проживание команды людей на протяжении нескольких недель. Эти две машины являются оптимальным сочетанием бытовых и профессиональных качеств, позволяющих работать и отдыхать в длительных экспедициях.